Кстати, фишка с яблоком в том влоге мне очень понравилась. Я, кстати, опять взял яблоко. И я нашел камеру для себя. Вы будете удивлены. Это R8 Canon. Стоит, конечно, не буду говорить сколько, но эта камера стоит того. Я нашел пару блогеров, пообщался с ними. Собственно, эта камера инновационная. За этот бюджет это лучшее, что создали. В принципе, R8 снимает 60 кадров, 4К, 10 бит. Это просто топовая камера. Так, а я пойду сейчас стричь мужика.